Бывший продюсер Лободы, похоже, скоро останется без паспорта. Крапивина стала гражданкой России в конце 90-х, однако теперь у самой Нателлы Вагифовны и ее сестры Алины Алиевой большие проблемы. Глава компании Teen Spirit Studio, похоже, лишится как минимум паспорта. Оказалось, что при подаче документов тогда еще несовершеннолетней Крапивины и ее сестры не был представлен полный пакет необходимых бумаг, а потому заключение о том, что Нателла и Алина получили гражданство России, не выносилось, указано на сайте МВД. Более того, у МВД возникли вопросы к законному представителю Нателлы Крапивиной, который и занимался оформлением ее гражданства. Имеются основания предполагать, что законный представитель при подаче заявления о приеме в гражданство сообщила о себе ложные сведения. По данному факту проводится проверка, пишут на сайте министерства.